В 2022 году в нашем городе впервые был проведен масштабный фестиваль «Берестейские сани». Огромный вклад в создание по-настоящему праздничной атмосферы народного гулянья внесли многочисленные организации торговли и общественного питания со своей аппетитной и вкусной продукцией. Такой труд и старания тех, кто сделал этот и другие республиканские и областные праздничные мероприятия еще более яркими и незабываемыми, не остался без внимания и был отмечен на самом высоком уровне. Текущий год был богат на различные мероприятия, где большую роль играло именно торговое обслуживание, организация общепита. И, по словам руководителей не только области, но и республики, был отмечен высокий профессиональный уровень проведения этих мероприятий, высокие отзывы населения, людей, которые приняли участие в этих праздниках. Это начиная с Берестейских саней в январе. Мероприятие Александрия в Могилевской области, созывая друзей, Зов Полесья в Лясковичах, даже за пределами области мероприятия, Дожинки, День народного единства. И по результату этих мероприятий руководство области было принято решение наградить наиболее достойных представителей различных организаций, которые принимали участие. Грамотами и благодарственными письмами Брестского облсполкома в этот день были отмечены как руководители организаций торговли и общественного питания, так и товароведы, специалисты, маркетологи и повара. А это говорит о том, что каждый из них добросовестно и с душой относится к своей работе. Предприятия Облпотребсоюза участвуют практически во всех мероприятиях, проводимых в районных центрах, в области и в республике. Принимаем участие всегда охотно, потому что всегда хочется показать, прежде всего, самобытность нашу белорусскую, потому что предприятие участвует в общественном питании. В основном белорусская национальная кухня. Очень хочется порадовать жителей, порадовать гостей нашей области и республики. Участвуем в всех областных мероприятиях Луницкой Репутада. И, наверное, финал – это то, что сегодня нас отметили. Поэтому, наверное, отмечали за то, чтобы мы себя представляли там достойно. Любая работа, если она оценивается, значит, она нужна. Эти люди трудятся, чтобы порадовать других. Сегодня настала их очередь принимать добрые слова и поздравления. Это еще больше вдохновляет и станет большим стимулом на будущее. Мне очень приятно за такое оказанное доверие. Это как бы еще и аванс к проведению остальных и следующих мероприятий. Надеюсь, что еще много-много будет мероприятий, и мы постараемся удивить своих земляков и гостей нашей области какими-то приятными новинками. Для нас большая честь получение этой награды, так как мы вкладываем большой труд и душу, и всю нашу любовь в каждое мероприятие. Всего в этот день наградили 14 представителей организации торговли и общественного питания. Их работу мы еще не раз увидим на мероприятиях, фестивалях и праздниках самого разного уровня. Людмила Лагодич, Александр Воронин, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.